нужно комплексно, конечно, заниматься развитием этой территории. Но начну с другого. Вот мы с вами побывали на улице Шевченко, мы с вами побывали в парке Тысячестолетия, мы с вами сюда приехали. Я не знаю, как у вас, насколько часто вы чистите обувь. Я каждое утро лично кремом натираю ботинки. Ну вот я вижу уже, значит, то, что видят все жители города. Сейчас еще поездим по городу, и через час они будут не черного цвета, а вообще будет непонятно какое. Поэтому, значит, я требую, чтобы здесь в кратчайшие сроки пыль была убрана. Здесь, Александр Михайлович, какие есть противоречия? Тоже каток нельзя сделать? Пылесос запустим, Николай Николаевич, работает пылесос? Ну а как, Николай Николаевич, он работает? Вот, смотрите, вы стоите, пыль, вот пыль везде, ну, песок вот, ну, посмотрите. Где он работает? Я не знаю. Чего мне голову морочит? Вот мы вылезли из машины, везде